Даже, кстати, к вопросу о культовых спорах. Угу. У тебя же были какие-то прям чудовищные разборки с Ксенией Собчак, я помню. Были, были, потом... Кстати, когда это было? Это было лет 5? Это было очень давно, да, да, и Ксюша, тогда еще не гнушавшаяся административным ресурсом, меня уволила с маяка. Как раз сейчас она гнушается административным сейчас ресурсом? Сейчас она же вроде как оппозиционер, как вы не слышали? Да. Как нет? Ну, мы не слышали, чтобы она прекратила пользоваться административным ресурсом. Да, вот в этом парадокс, но кто-то ж верит. Мы с ней виделись спустя время, она позвала меня на свою программу. Это после уже этого скандала? После, да, после этого скандала. То есть у вас восстановлены дипломатические отношения? Я, честно, не могу сказать, что восстановлены, потому что я к каким-то вещам отношусь искренне. То есть у меня был период искренних походов с оппозиции на площади, вот, и поэтому какие-то вещи я считаю, ну, нехорошими, не на все можно зарабатывать. А так я отношусь к Ксении нейтрально,